Ребят, всем привет! Приехали сегодня в зоомагазин. Когда-то я этот ролик год назад или около этого показывал. Не именно этот ролик, а этот аквариум, правильно сказать. Сейчас еще хотел бы раз вам пройтись, показать объемы этого аквариума. Размеры. Делает у нас вот эта фирма Аквасервис. Они выполняют шикарные большие аквариумы. Я не то что рекламирую, я просто вам показываю, констатирую факт, как говорится. Это акриловый аквариум. У нас, кстати, такие два аквариума еще продаются идентичные, один к одному. Стоил в районе 2000 евро, как мне кажется. Вот, видите, у нас можно же интерактивное меню, наверное, нажать. И вот различные рыбки. Нажимаем на зебрасому. И полностью все описывается, рассказывается. Контакты этой фирмы. Чистит мне, сказали, с помощью акваланга, потому что я знаю лично хозяина раз в месяц. Потому что видно, что стекла довольно недовольные, просто кристально чистые. У меня были пару раз морские аквариумы, пару раз я начинал и потом заканчивал. Потому что все погибало, и у меня сразу же опускались руки, ноги, сердце и душа. Кораллов, ну, особо тут нет, как-то цвет. Мне кажется, раньше он был намного-намного ярче. Ну, понятно, наверное, то есть, потому что такой аквариум содержать – это огромные-огромные деньги. Будет его. Поначалу всегда у нас все хочется, все снимается, все делается. Попробуем камеру приблизить, кого мы увидим. Видите, вот кораллы есть. Может быть, это еще, знаете, ребят, что сейчас утро у нас, 10 часов утра, еще не включился свет. Наверное, надо приезжать сюда снимать поздно-поздно вечером, когда будет дополнительный свет, хотя не знаю. Видите, а, наверное, все-таки есть лампа, вот эта лампа. Она должна включаться для кораллов, и будет шикардос и красота. Рыбок очень много. Вот мне вот эта зебрасома нравилась. Велихеровая, или как она называлась. Хирурги плавают. Грибы, как я их называл. Оленьи рога. Ну и различные другие. Толщина тут конкретно этого аквариума. Смотрите, мы сейчас даже отойдем с вами и посмотрим в полный рост, в полный размер. Вот как выглядит этот аквариум. Я думаю, такой аквариум дома будет шикарно довольно выглядеть, если поставить дома такой аквариум где-нибудь при входе. Сейчас с этой стороны обойдем. И думаю, что на этом мы заканчиваем нашу съемку. Я показал вам аквариум, который находится у нас на Краста, в центре Риги. Динозоомагазин. Бывший строительный магазин Депо. Так что, ребят, привозите сюда детей. Кому нравится аквариумистика, ребеночек может просто вот так, как я считаю, часами стоять, наслаждаться, смотреть эту красоту. Еще раз всем спасибо. Всем пока, всех обнимаю. С вами был ваш чудак и рыбы-монстры. Пока-пока-пока. Привет. Кто к нам пришел? Тут и собачки, различные яйца. Вот это страусиные яички разные. Это колбаса. А каста сыра? Та сыра. А это жир. Смотрите, какие красивые. Сакам наш чал, что вот балкон, плюс память.
Вот это все сделано из страусиных перышков. А, ты снова волос, я? Я чё вам? Скажи, чё вам? Ирсай. Да, я видела. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне, может, думаю, что это с Кавказа? Шите, виним компарий, патик, вы есть, вот, видите, на Подгорье, да. Нет. Так, пес спал. Тебе точно, это еще рано. Да, это птичка. Ну что, это круто. Говори, попробуй колбасу.